Сегодня мир навязывает нам зависимость от интернета, социальных сетей, YouTube и прочих виртуальных площадок, где мы можем черпать любую информацию. Интернет-зависимость и сотово-мобильное рабство. Ну, разве я не прав? В последнее время там стало все больше появляться мошенников и аферистов, в том числе знатоков магии, гаданий, различного толка предсказателей. В четверг, 9 сентября, в прямом эфире будем разбираться, что такое судьба. Чем пророчество отличается от прорицания? Всегда ли гадание является мошенничеством? Своим мнением поделятся Валерий Гусаревич, Татьяна Ларина, Эдуард Паларис, ведущий Томас Кристиан. Подключайтесь к нашей беседе, где мы вместе с вами обсудим, может ли ясновидение навредить? Правда ли, что звезды могут предсказать будущее? Как работает интуиция? Что такое пророчество у христиан? Как верующим воспринимать тайные знания? 9 сентября, четверг, 20:00. Прямая трансляция «Christian Life».